Насколько довольны бронзой на чемпионате России? Конечно, уровень очень серьезный. Насколько довольны тем, как финально сложился финальный старт? Вообще, третье место я своё очень довольна, так как у меня очень хорошо складывался сезон. И к концу сезона, то есть как бы мы подготовились к чемпионату и довольны сегодняшним своим третьим местом. То есть отлично отработала наша сервис-бригада, лыжи работали сегодня замечательно, то есть все сложилось как положено. В четвертьфинале и полуфинале спокойно в спину за Матвеевой финишировали. В финале не получилось зацепиться, что там произошло? Ну, немножко, да, не получилось. Тактика немножко не сработала. В общем, а так тоже было все неплохо. А побежите еще эстафету командной спринтчик. Какая еще программа? Я бежу дальше в полностью программу. И индивидуальный конкурс, эстафету и большую эстафету. Все, большое. Спасибо. 25-м номер.